убийца. I'll be back. Человечки. Так что сегодня я буду играть в растения против зомби, если вы не против. Да. Пока что мы продолжаем как бы путешествовать по пляжу. На пляжу лежу. Но знаете что? Знаете что? По-хорошему. Я должен признаться за всех нас персонажей и за Карла Джексона тоже, то что мы прокачали все оружие, все растения. Все растения в боевой готовности, как говорится, и поэтому кстати, сейчас заглянем в сад Зен, посмотрим. О! Как бы все растения разблокированы. Ну, некоторые там забученные растения как бы уже. Да блин, выбирайся. Некоторые прокачанные оружие, они уже это. Ну, растения, вот, которые, допустим, взрывные растения, да, есть. А есть растения, которые усиливают этот эффект взрыва. Вот. И без интернета, все, чтобы никакой рекламы, а то. А эту рекламу уничтожать надо. Пум. Это все понятно. О! Попал я на третий день, да? Да. Третий день. Вам-то не будет ничего видно, потому что я. Понимаете, я думал то, что типа надо сначала как бы экран. То есть основную вебку ставить. Ой, тихо. Основную вебку типа ставить. Ну нет, зачем? Зачем основную вебку ставить, типа, если. Как бы, ну, не, как правильно-то? Не основную вебку, а как? Лучше, ну, там у меня есть отдельная сцена, одна вебка где, без Заки, вот эти вот. А нафига? Если можно просто на монтаже подставить вот это вот, весь большой экран, все как бы, и готово. Там, банально, резюме. Так. Растение, которое жрет. Так, руки на стол, когда увидите девушек в бикини, руки на стол, чуваки. Не, ну руки на стол. То знаю я вас. Куда я нажимаю? Ну как не культурно. Ну блин, что? Я нашел, куда ложить запись. Ну, особенно сказать-то и нечего особо-то, потому что, типа... Да, тут сказать-то нечего. Да почему ты... Вот так вот. А почему вниз? Э! Ладно, сюда тогда. Все что ли? Ну ладно, все так, все, окей. А я не вижу, где поставить. Это вот сюда хотя бы. Что, ничего не надо покрасить. Не, чуваки, это сложно. В таком случае. Что только за связи растения прокачаны, как бы, ну. Зато ничего покупать не надо, ничего это. Играешь и все. Так, мы берем все забышенные растения, которые. Да не надо мне это. Берись. Я случайно сюда нажал. Как я так мог? Так, значит, надо вот это, вот это.
Вот это. Это вообще ничего не вижу, вот что. А где я? А как? Как яркость-то исправить? Яркость не исправить, ну ладно. Так. Все, что ли? А, вот еще. Ну да, теперь все. Ну там я еще какие-то рандомные растения, пофиг. Используем их. Такой микрофон, чтобы шок не мешал. А почему ничего не могу сделать? Так. Я на всякий случай погромче поставлю игру, потому что иначе это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! И все убили почти. Не, блин, а с ним по зомби сложно играть, что когда через все. Либо грубиться больше не будет, реально. Зачем если этот маскарад нахрен? Вот это, нахрен если этот маскарад. Реально. Зачем он нужен? Скажи, пожалуйста, зачем он нужен этот маскарад, как бы? Я думаю, никому не нужен нахуй этот маскарад, поэтому гей. Пятый день. Не, в очках хреново видно, так что мы вон нафиг. Все, никакого больше терминатора тут не будет, так что поэтому... Возможно, это кликбейтное название, но вначале-то он был, все равно по-любому-то был, да. Погнали. Ну все, вот там. Так, где дальше? Ха! Ёкарный бумаг.
Ну-ка, ну попал на сразу, ё-моё, ё-моё. А как я не заметил до этого? Вообще в очках ни хера не видно. Вообще в очках ни хера не видно, чуваки. Так мне видно, что я не заметил до этого-то. Вообще не удивительно, ни скотчка. Да я нажимаю на буст, что за хрень? Тайна, зачем отключаться эти очки покупал, если мне ни хера не видно? Так вот, на улице гулять там или... Не знаю. Смотреть он... Вечером, если вот яркий монитор, то... Вот тут чисто ярко слишком, то смотреть он, что... А так-то да, понятно. Непонятно, да нахрена все это, зачем это все? Пил эти очки. Так, о, тут больше ничего не дают. Кстати, о! Ладно, тут дают три растения еще выбрать. Ну, мы убираем как бы самые запущенные растения. Как я вот его не заметил, Чукиан? Как я его не заметил? Вот Red Stinger этот. Робин Гуду как я не заметил. Так. Все, идем дальше. Блин, я на ускорение нажимаю. Ладно, чисто дальше мы этими забушенными. Почему я не могу... Там, блин! Что за херня? Я забыл, что хотел. А. Ну все, по вашему счету, прям да. Зачем все это открывать, если у меня и так все прокачано максимум? Не надо никакие пиньята больше открывать. Вот реально. Ну как я взял? Я просто взял свое сохранение, там интересные стадии, если что, чувак, если вам реально. Очень сильно понравится, как я прохожу эту игру, даже несмотря на то, что в принципе особо тут говорить-то нечего, потому что я прокачал все растения на максимум. Можно свои уровни создавать, вот реально, я сохранил специальный сайт для этого. Вот. И как бы, да, можем что-нибудь повод сделать, что бы нет. Мне кажется, он реально зайдет. Если буду создавать уровни под вашим как бы. А реально, чуваки, реально
Я могу вам скинуть ссылку. Реально, чуваки, реально. Я под этим видосом, короче, оставлю ссылку, надо не забыть. Если Ромайн очень зайдет эта игра, то я могу скинуть ссылку, реально, на этот. И я, в принципе, оставлю ее. Если реально найдутся те, кто заинтересуется, поэтому да. Так что, если что, чуваки, реально, мне будет интересно пройти вам и, собственно, сделанный Вайл, может, что угодно там сделать. Может, мне лютый хардкор предоставить. Там можно, в принципе, разобраться, как что делать, и она... И мне как закончится, я сразу же покажу, что, как и куда там нажимать. Да, ссылку на этот сайт обязательно оставлю, потому что, как бы, чуваки, если... Чё вот это вот я за донаты могу проходить и могу не проходить, как, ну хоть как, чуваки. Я думаю, если я начну, в принципе, это проходить, мне кажется, все равно люди потянутся, можно за донаты, в принципе. А почему это тут? Почему это солнечная херня-то тут? Она же... Она потому что превращает этих... Превращает зомби в какого-то там служебного монаха, но она чё? Она не... А они, смотрите, её можно забустить, ну... Пока что мы этого делать не будем. Вот это вот растение вообще... Поначалу, думаю, это вообще самое бесполезное растение, но, скорее всего, может быть, оно и не бесполезное. Посмотрим. Так, вот берём... А, ну всё. Всё, отправляемся на самый верх и берём... Оставшееся вот это вот растение. Всё, вот срок. Ну вот, на самом деле, можно любое растение взять, как бы, не обязательно там все подряд брать. Ой-ой-ой, резюме. Что делать-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я не взял. Я идиот, чуваки, у меня все растения могут подохнуть. Я, наверное, все-таки рестартну. На уровень, в котором... Вот, кстати, вот вы можете еще редактировать, да, чтобы была не была вода, как бы. Наверное, тут что угодно могу сделать. Да, у меня оставил все эти, но. Самое-то главное. Что тут надо оставить? Правильно, тут надо оставлять вот эту вот штуку. Под названием кувшинка. Эту кувшинку надо бы тоже поставить видное место, а то я тут не вижу нигде. Где вот она? Вообще нигде непонятно, где она. А, вот она. На видное место поставьте, не знаю. Забустить сразу, да. Вот спакин рок. Так лучше сначала эту кувшинку ставить. Все, можно начать создавать. Так, дальше идем. Что там дальше? Thank you.
Ух ты как. Она чуть-чуть подубавила, тут слишком громко. Вот так вот хотя бы осталось где-то. Вот так вот, все. Этих растений, которые мы можем добыть до бесконечности, но, чуваки, я раньше как бы, пока я не открыл, опять-таки, для себя вот этот взлом вот этих вот всех растений, я по справедливости решил не пытаться даже искать, ну, тут, не нашел, типа, чтобы открыть все уровни, ну ладно. И так как бы, легко это сделать, к тому же я уже остановился вот на этом Big Wave Beach. Вот. Идем, собственно, дальше. Нет времени, вообще смотреть. Ага, боулинг. А, так вот, 8-й уровень тоже. Как бы уровень, которых нам не разрешают выбирать растения. Или... Просто вот есть либо конвейер, либо просто нам дают уже готовые растения. Вот, вы если что, тоже можете мне это дать, сделать. Вот, либо... Ах ты спиздюк-то! Вошел таки! Так, чувак, я не смотрю в камеру, потому что я играю как бы. Не могу вот так вот делать, как бы. Не играть и смотреть в камеру. Ну, не смотреть. Да блин! Ааа! Сдохните, суки! О, как! Пошли 18! Блять! Ладно.
что-то пошло не так. Да почему, блядь, вы успеваете-то нахуй? Что говно? А не растение, а говно какое-то, ладно. Как мне столько? Всё. Капец. Супер говёный вы, вообще, ладно. Да, тут самое главное взять кувшинку эту. То потом идти по всему разным хипно. А чё так один? Ну ладно, один так один, по. Так. Что, надо на время поглядывать? Прошу, я смотрю на время, а то может быть резко вырубится. Играю. А в чем не бывало. Не пофиг. Факин рак. Надо было прокачать ее, ну ладно. А он же так убивает они. Ой. Ладно. Так. Да, чуваки, поначалу уже нормально, потом от перфекциониста произошло. Ну ладно, извините, мне, пожалуйста, вот такую вещь. А как я его-то не за... Капец, я пошарил просто, я не могу увидеть эти желтые метки, блин, где? Уже это вообще не то. Вот это нужная вещь. Это мы в любом случае убьем, да. Ну что, капец, как я мог быть таким слепым-то, а? Как надо быть таким слепым-то, блин, а? О, эта штука тоже полезная. Одна из моих любимчиков, такой гипногрипп. Он тоже, по-моему, быстрее перезаряжается, чем гипногрипп. Вроде как, я точно не знаю. Так, ну и что тогда, возвращаемся обратно и... Если сейчас я сказал бы себе рот, то значит что-то полчаса, если пройдем, то что значит? Все? Я не знаю, чуваки. Если я сейчас начну дальше, знаешь, чуваки, все, полчаса прошло, все. Сам лучше буду останавливать. Потому что иначе запись сама останавливается. Так что пока что это все пока. Блин, чуваки, сорян, забыл. Забыл. Какой пока? Еще сейчас я вам хотел сайт же тут показать, на котором вы мне можете присылать свои сделанные эти уровни. Собственно, так, мое.
Вот, онлайн и Dark Room и Арсений против зомби 2. Вот, это эти чуваки. Как бы. Я показал бы, что как бы будет меняться, в зависимости от того, что вы мне пришлете, но. Блин, короче. Вы можете просто протестировать это, как я могу просто протестировать, один уровень хотя бы создадите, не обязательно там 100 уровней создавать. Один уровень, вот, как бы тут все, описание тут есть, я вам скину потом подробно вот это вот все в описании под этим видосом. Вот. Где получается? Египет, вот это вот назовете, Египет файл, Египет JSON и все. А ничего не надо как бы в самом файле изменять, вот просто вот, вот тут просто вот, возьмете, например, основное, тип уровня, стандартный запуск сразу, то есть выбор растений, запуск сразу. То есть вы можете выбрать у меня какие-то конкретные растения, я буду ими пользоваться, либо стандартный выбор, можно мне выбирать уровень. Или конвейер, то есть вы можете установить как, какие-то конкретные растения, и чтобы они постоянно только и выпадывали. Газон, вот сейчас я вам покажу, на что газон влияет, вот. Вот газон как бы, вот. Вот это газон Древний Египет. Есть, можно взять пиратские моря, например, вот пиратские моря. Вот они меняются вот так вот. Причем на пиратских морях можно на каких дорожках установить доски. Вот, вот меняются доски. А где, кстати, доска-то? Что-то погодите-ка. Подождите, сейчас я обновлю. Что-то газон не обновился. А где? Ну все. А почему, кстати, ничего не получилось? Алло. Чё ничего не получается? Странно. Чуваки, я чё не пойму. И вот ни разу не ставил пиратские моря. Ну, должно что-то меняться. Пиратские моря, чё сказал? Вот, сейчас Дикий Запад. Да, до пиратских морях я просто ничего не делал. А почему, кстати, реально, чуваки, почему? Тут должно что-то быть. Тут нету. Растения разные, сдвигающиеся плиты без модификации, зелья, растения. А почему тут ничего нету, да? Чуваки, скажи мне, пожалуйста, почему тут ничего нету? Тут должно что-то быть. Ручечек, я не знаю. Назовем косилки. Что-то бред какой-то, ладно. Ледниковые пещеры, как бы. И часами тут потыкайте, что я вот не знаю, как правильно-то. Рождество там. Собственно, тот самый пляж большой волны. Можно выбирать воду, не воду, там, газонокосилки, да, нет, там, из какой конкретной эпохи там. Название тоже можно само делать, как бы. Description, это описание, что надо сделать там. Вот, номер уровня. Вот номер уровня, кстати, я не знаю, на что он влияет. Ну, типа, ладно. Уровень зомби это плюс 30 урона и здоровье, кажется, это не знаю. Уровень предметов, вроде, это тоже что-то хрень какая-то. Вот награда за поражение пиньята или растение, если вы открыты, то будет пиньята. Так, да, дополнительно. А, изменение урона семейств. Тут я не знаю, чё. Чем? Скорость ленты. А тут скорость ленты можно менять. Вот растения на конвейере. То есть мы можем любое растение абсолютно выбрать. Вот на ваш вкус и цвет. Ну вот как бы я вам уже показал, какие растения атакуют. И вот в случае чего можете их выставлять, как бы. Я вот когда первый раз делал конвейер, я чисто вот это вот одно растение выбрал и все как бы. И все. Добавить. И все как бы. У меня получается конвейер как бы проезжал и все. То есть как правильно? Так короче, вот чисто вот одно это растение было. Вот тут на самом газоне тоже можно что-то изменить там, добавить, например, не знаю. Э,
плитка силы, допустим, какая-то, не знаю, там. А, плитка силы это, ну, тут из будущего. Вот, можно что-то качнуть, тоже на ваш вкус и цвет можно сделать, что если вы заходите сделать, как бы. Выводить зомби с флагом. Да, нет, я не знаю, на что это влияет, как бы. Ну, тут чисто, типа, было понятно, типа, что... Типа... Начинается следующая волна. Время до выхода первой волны 5 секунд, там. Интервал... А, вот, интервалы волн между выходом зомби с флагом. Вот! Вот почему у меня все сразу в один этот пошло. То есть я как себе сделал, там же на разные эти, пускай будет 10. Почему один, когда надо 10? Параметр в офис бизнес полностью не важно. Вот добавить волну. Вот волна. Вот вы можете на одной волне там сделать кучу зомби, вот реально, что-то вот реально. Вы можете. По описанию, кстати, на самом деле. Не знаю, например, если вам понравится, не знаю, каком-нибудь там Гаргантюа, например. Что, кстати. Да, Гаргантюа. Да, вот сколько этих версий Гаргантюа. Гаргантюа. Качок, Гаргантюа, офисный работник, Гаргантюа, вышибала, Гаргантюа, какой-нибудь там, не знаю. Этот. Гигаримский Гаргантюа, Гаргантюа из вазы, там, Гаргантюа, мумия, пират Гаргантюа, там, Гаргантюа, ковбой, Гаргантюа, этот. Как его, эскимос, Гаргантюа какой-то там, этот. Ну, этот. Археолог. Ну, не археолог, а как-то там по-другому назвали. Робот Гаргантюа, там, Гаргантюа Палач, Гаргантюа Металлист, или Рокер, не знаю, как их называть. Первобытный Гаргантюа, Гаргантюа. Лохнесское, нет, это не Лохнесское чудовище. Подводное Гаргантюа, там, не знаю. Современное Гаргантюа. Гаргантюа... Рождественский Гаргантюа, еще какой-то там маленький Гаргантюа, пасхальный Гаргантюа, влюбленный Гаргантюа, там, не знаю, подарочный Гаргантюа, Гаргантюа с огромной башкой, Гаргантюа повар, там, Гаргантюа тренер и так далее. Дорожка случайная, да, случайная, вот в основном лучше случайно убирать, чтобы было, была хоть какая-то интрига. И вот. И количество. Максимум 100, вот, кстати, максимум, вот, я поставил на сотку, чуваки, я так тупанул за этого, просто не надо ставить на сотку, потому что если сотка, то это будет вообще уровень way hard. Если хотите реально, чуваки, чтобы я просто бомбил, тогда вы можете не поставить соточку, но тогда, возможно, я скажу, что хорошо, чуваки, больше не надо мне ничего высылать. Короче, я вам оставлю, вы сами потом все потыкайте, все, что захотите, и как бы... Когда вот вы все сделали, допустим, вот это вот все добавить, когда вы все сделали, ну, еще можно тут условие поражения поставить, там, допустим, пересечение линии, причем, кстати, реально включено, а тут можно расстояние от дома до линии. Сколько тут метров можно поставить? Ноль. То есть до дома дошли, все. А вот можно, кстати, реально увидеть это? Допустим, один метр. Один метр, один. Вон же это увидеть, да? А тут не видно. Чуть странно, короче, как это работает. Потеря газонокосилки, я ни разу не проигрывал на потере газонокосилки. Перерасход солнца, да, есть такая тема. Не произвести нужное количество солнца. Да, тут тоже есть такие задания. Потратить солнце за время. Я не помню такого. Не убить зомби за время, это было. Потерять несколько растений. Да, это было. Типа, сколько растений нельзя терять. Вот. Поставить большое, больше растений. А, типа, погодите-ка, как-то можно нарушить, типа, там... Слово поражение, тут поражение не ставится. Я помню, 15 растений надо было поставить, и все, больше нельзя. Попытаюсь 16 поставить, ничего не было. Ну вот, и пожалуйста, вот можно скачать. Вот смотрите, тут уже сразу, тут же в самом верху написано, типа, как что сделать, вот как бы, типа.
Анальный дактор уровней сделан для людей, которые не хотят разбираться в синтаксе JSON, структуре файлов уровня, ковыряться в чужих кодах и искать нужные куски, а хотят просто потыкать кнопочки, поставить галочки и получить результат. Ситуация с самостоятельным созданием усугубляется тем, что в просторах интернета нет информации о структуре файлов с уровнями и вообще мало какой-либо информации. Инструкция предназначена для обладателей устройств с iOS, Android, обладателей iOS, хороших новостей, сказать, ну это фигня, как бы я на телефоне в основном играю, так что это как раз для меня. Ну и для вас вы можете себе создавать умник, как бы не обязательно мне их скидывать. А кстати, а как вы их мне скинете? Как вы мне их-то скинете? Блин. Ну блин. Блин, а как это быть? Либо Google Диск, Яндекс Диск, но это тоже сложно, все это я нет. Либо мне в ВК как-то попробовать их скинуть. Я не знаю. Как бы. Один чувак уже знает, какой у меня ВК, так что поэтому если он захочет, пускай он скинет тоже у него в ВК эти все файлы. Ну если кто-то из вас хочет, я как бы могу вам сказать, как меня зовут на стриме. Вот. И то он с трудом как-то нашел. Надо свой ID скидывать, скорее всего, надо, да? Попробую в следующий раз это сделать. Вот, ну все как бы. Когда закончите, после установления нужных параметров, там настройки газона, вон, нажмите кнопку скачать, как бы. Вот вы скачаете и как бы ее можно будет потом использовать. А что мне? Блин, чуваки, это такой трэш, конечно, у меня с компьютером происходит. Ладно. Значит, нажимайте кнопку скачать. И так важно, надо называть его именем Джейсон. Фу, Джейсон. Египет. Вот Египет. Ну, там на самом деле. Ну, короче, если вы конкретно хотите один, чтобы я уровень посмотрел, типа там то да все. Вот как бы. Египет, все. Египет один. Все как бы. Правильно же я сохранил или неправильно? С проблемой надо было, скорее всего. Нет, правильно, Египет. Ну-ка как тут надо? Египет. Где? Египет. Ну да, правильно сохранил. Вот. Ну все как бы. Я могу вам сейчас вам показать, что у меня получилось, а вот этот вот редактор, могу вам скопировать этот сайт, и вы можете как бы им пользоваться. Тут можно еще, в принципе, это как бы основное все. Вот. Но если вы случайно куда-то на меня нажали, не поняли, где я. Ну хотя это так все понятно, вы же не тупые. И это я могу подтупливать, а вы же все умные же у меня. Вот. Так, показать в папке, сейчас самому себе это покажу. Как бы, что у меня получилось. Так, надо, получается, сейчас надо не запутаться, что у меня конкретно где. А то я могу запутаться и вообще перепутать. Как тогда лучше сделать-то? Короче, я сейчас тогда начну, чтобы синхронизировать это все. А тогда надо третью часть сделаю сейчас по-моему. Так, короче, чуваки, я тупанул и не туда закинул файл. Ну, вы этого не увидели, потому что я специально вырезал, блин, еще совсем не должен был показывать, как я лоханулся. Мне плей. Заходим, собственно, на этот Египет. Один Египет, на эту египетскую силу, собственно, заходим. Вот. Надо было в Levels. Я же еще раз там сказал, то, что типа все файлы. Это, конкретный путь файла должен быть вот там. Короче, там путь указан. Так, у меня сейчас отдохну получится по логике. Да, получилось. Вот куча этих. Куча этих гангентюа. Да, и собственно, вы видите этот самый.
Нужно защищать. А если бы не хватило? Чувак, как вы думаете, что было бы, если не хватило? Если мы были пиздюля бы организован? Ну чего это, в принципе, весь принцип этих уровней хаба? Ну чисто теоретически, там еще в описании написано, типа, то, что дарк, что-то там, можно делать уровни под конкретным вот миром, например, если... Надо скисывать Египт, потенциал с Египт, пират Сис, надо скисывать пират, что-то там, Wild West, скисывать Wild, я точно не знаю, Frostbite Caves, надо скисывать Frost, я не знаю, чуваки, я точно не знаю, Lost City, надо Lost, Far Future, надо Future, Dark Edition, вот Dark, Neo Mixtape 2, я не знаю, диска, может не он, я не знаю, чё, реально, как правильно. Jurassic Mars, Jurassic, Big Wave Beach. Сложно, чуваки, очень сложно. Modern Day. Modern Day? А короче, сейчас тут стопаю. И мы прям посмотрим, реально, как, что, под каким называется. Так, тихо. Все. Сейчас посмотрим, что как под каким называется. Так. Я опять этот сайт включаю. Вот. Тут просто видите, написано типа Dark 4 JSON. Так, а где тогда? Костюмки. Костюмки это хрень. Вот уровни, как они называются, типа в оригинале. Не то, что в оригинале. Так, Анцис Египт, типа, пират, понимаешь, что пират Сис, ну а как она, типа, название, типа, пирата и как, вот, ПВЗ, Трипто за пирата, а, нет, стоп, фиг знает, как это все должно называться. Типа пират Сис, ты понимаешь, что пират Сис, но Египт? Египт, типа Египт. Вот как это называется? Египт. Антуанс Эс Египт. Как уровень называть, чтобы? Я тут специально. Нет, это хрень какая-то. Надо знать, как. Это там говорить надо, как уровень как называть. Реально. Типа, а как? По-другому. Тут не подписано, как какой называется уровень. Ну вот только если в код уровень заглянуть. А, вот это как пират 1. Угу. Все правильно. Все тогда. Тогда. Чуваки, если вам интересно, как уровень назвать, если вы хотите заменить какой-то конкретный уровень, сейчас вам все равно вкратце покажу. Ну вот, потом все равно ознакомьтесь с этим сайтом как бы подробнее. Вот. Кстати, думаю, как PlayHouse, она, скорее всего, тоже. Посмотреть код. Она, скорее всего, Player One. А, Tutorial, это Tutorial называется. А туториал можно включить только когда с самого начала игру смотришь, так что туториал лучше не трогать, вот ли всякие разные. Там, Дикий Запад, например, там. Да нас все Wild. Wild 1. Да, Wild 1. Ковбой 1. Ага, все, чуваки, мотаем на ус. Ледниковый пиши, Frostbite Caves. Да нас все Frost. Кому-нибудь Frost. Просто Frost. Ice Age! Ага, Ice Age, понятно. Затерянный город, я не знаю. Что в затерянном городе может быть? Ну, Lost City, ну, Lost 1. Чего? Gold, Tiple, пфу. Gold, Tile, не, стоп, погодите. Name. Нет, это тут, Name. Ну типа Gold Tile Prototype. А есть еще как-то? А,
сказать, типа тут есть, ну допустим, не знаю, ты за тобой не возьмем, Gold Style прототип, тут то же самое, надо сказать, да? Как? Sandbox Lost City? Чего? Чего? Не, подождите. Что-то ничего не понятно. Ну давайте-ка второй наверное нажмем, что там в коде написано. Lost City 2? Что-то сложно, чуваки, тогда. Как правильно их написать, эти названия уровни. Ну, короче, ну чуваки, сами покопайтесь там в это в коде, и как бы сами придете к этому названию. Например, возьмем темные века, там Dark. Просто Dark 1. Да я нажимаю, сюда надо нажимать, на первую ночь. В общем, да. Если во все остальные миры. День, то в темных веках ночь, как бы там ночь, как бы тут из первой части, как бы тут, как бы взяли вот этот, да, Dark 1, коммент Dark 1, то есть как бы в настоящее время, это модерн, скорее всего, модерн, да, осторожно модерн, то есть осторожно настоящий день, модерн 1, но а вот все последний раз, все, вот последний вот этот вот Neon Mixtape Tour, это как его назвали? Диско 1, наверное, скорее всего, а как еще его назвать? Как? Их танец? Чего? Что-то такое их танец. Это же переводится 80-е, то есть прям ёкарный бабай. Вообще никогда мне догадался, как чёрт его называют, ёкарный бабай, реально вообще жопа какая-то получается. А, да, не знаю, 32-й день там, скорее всего, да, как-то там тоже, да, назвали. Но там, смотрите, там тут код, о, просто огромный. А это Age of Zombos, да. Level ID Division. Level number 32. Да. Load first music fails. Load. Delay. Top delay. Как они делают рандом этих зомби этих. Next count. Zombos battle. Ой, чуки, я лучше не пытаться как-то что-то там сделать. Потому что пока.